Добрый день, коллеги! В данном видео я продемонстрирую, как при помощи перкуссионно-вибрационного аппарата проработать область поясницы. Для проработки области поясницы нам потребуются две насадочки – шарообразная и плоская. Начинаем с вами с первой скорости – 1500 ударов в минуту, и хорошенько начиная от гребня подготавливаем ткани, разогреваем. Далее по мышце, выпрямляющей позвоночник в поясничном отделе, обязательно квадратум лумборум, аккуратненько. В случае, если проработка данной зоны вызывает дискомфорт и боль, следует остановить процедуру и заменить ее на другую. Пытаемся не заходить на область позвонков, на остистые отростки. Работаем только по тканям. В случае, если предварительная проработка не вызвала никакого дискомфорта у пациента, вы можете поднять скорости и уже на более высоких скоростях, опять же, проработать по гребню, зайти на мышцы, упрямляющие позвоночник, и на квадратум ламборум. Аккуратненько, аккуратненько. Далее, на втором этапе, мы заменяем насадочку на плоскую. Оп. Аккуратно. И уже продолжаем более глубоко прорабатывать ткани, также начиная от гребня. Пытаемся не работать по крестцу, пытаемся не работать по позвонкам, да, только по тканям. Мышца, упрямляющая позвоночник. Первая, вторая, третья скорость. Этого более чем достаточно, чтобы хорошенько проработать область поясницы квадратум ламборум. Вся проработка поясницы должна занять у вас до 15 минут, которая делится у нас на два этапа. Подготовка при помощи шарообразной насадочки в течение 5-6 минут, да, не больше. И далее непосредственно сама проработка мышц при помощи плоской насадки. Коллеги, спасибо вам за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.